Вот мы приступаем к росписи нашего пряничка. Картинка обязательно должна быть перед собой. Смотрим, какие цвета нам нужны. Голубой. Начинаем мы от темного раскрашивать и переходим к светлому. Создаем сейчас фон. Оранжевый цвет. Коричневый. Белый. Мы капаем водички. Жиденько разводим. Всегда у нас салфетка бумажная, которой мы промакиваем кисточку и убираем излишки. Если у вас получилось темноватое, добавьте водичку, кисточку вымойте и промокните, поуберите. Либо же добавьте сверху беленького, и оно у вас станет светлее. Thank you.
Приступаем к сборке. Это у нас дно наших саней по высоте. Мы должны подобрать какую-то подставочку, на которой уложим это дно, ну, для удобства сборки. Высота должна подходить, чтобы донышко легло у нас вот на это место. Сюда мы садим насел. Здесь мы перед, зад, подпираем, чтобы было удобно крепить под низ подставочки. Thank you.
диване, теми скроллами, которые мы отсаживали, мы можем на базовый айсинг мы насаживаем на эти, ну, куда вам понравится. Сюда, сюда, сюда. То есть куда они хорошо ложатся, мы туда их и прицепляем. Вот это мы тоже сняли. Давай. Вот сюда они хорошо сядут. На базовый айсинг мы насаживаем. Оформляем, даем, на, когда нанесли айсинг, приложили, мы даем немножечко подстыть, придерживаем рукой, отпускаем, оно держит. И все, даем хорошо высохнуть. И все, наши сани готовы. Ну вот, мы прицепили все завитушечки. Сюда мы не стали цеплять, чтобы перебора не было. Ну и все, на этом мы закончили, оставляем сушиться.